Ну, сегодня у нас 10 апреля 2017 года. Картошку Володя намыл и на стол положил ее. И под ней, под картошкой, под этой газетой. И газеты мокрые все. Вот я их утащил сюда. Вот они в грязи. Никита стоит рядом. Никак не реагирует. Пошли. Я говорю, Никита, ты видишь, что Володя уходит, а остаюсь я. И ты уже свободен был. То есть он совершенно отстраненный, как будто не видит. Ну, ты видишь это? Вижу. Я говорю, когда он всегда, говорится, в сторону голову отворачивает, и, то есть тяжко или что, тебе тяжело или что, нет, если хотя глаза-то скажешь, а ты не коси глаза, прямо, сейчас так и крепко так поговорили с ним, ну ты меняйся об этом вопросе, это не будет безразлично, это все наше, наше. И вот теперь картошку я показываю при нем маленькими нарезанными вот этими листиками газетными. Стер, картошку убрал, сложил в кастрюлю, по сторонам растолкал. Но одна картошинка укатилась и упала вон туда за стол. Я говорю, ты видел, она упала? Да, дальше что? Ничего. Ну, ничего нет. Да когда придешь, ты достанешь, что ли, мне? Проследи ее траекторию, она за стол завалилась. Вот интересно, там на улице тазик, я не знаю, видно будет или нет, и голубь. И вот тазик этот надо заносить сюда, вот он здесь есть. Он застывает. Каждый вечер, говорю, как только начинает темнеть, и голуби уже больше не вылетают, надо заносить. Я буду заносить или вы? Мы занесем. Ничего подобного, не занесли. Сегодня встали, опять все застывшее. Вот она, голубь там видно даже, может быть. Около лестницы стоит специально. К лестнице поближе поставили тазик, чтобы... Ну, можно, вот он, голубь, пить. Сейчас они все будут пить там. Подходить ближе, они опасаются, голуби, а ближе к лестнице, эта лестница кверху идет, видно, он справа лестница, вот, чтобы люди не наехали. Тут один пятился и большой тазик раздавил у меня, раздавил, ну и сразу купил новый. Я его говорю, ты раздавил? Ну, думаю, вот как он пьет голубь. А пьет, голубь пьет не так, как курица глотнет и все, как лошадь. Лошадь толкнет голову и дальше сосет. И так этот, вот я составил, вот она, упала картошинка. Видишь, как теперь? Теперь я убрал все, вытер стол, газету настелил. Это он никогда не сделает сам, никогда. То есть он совершенно не приученный к этому. И как же ты живешь-то так-то? Эта картошка нам нужна. Вот ее сейчас Володя помыл, он все утро тут намывал ее. Там еще он внизу надо будет просушить, заметил у него. Вот. Воды принести. Тут уже Никита научился сбегать за водой. Вот воды принесли, два ведра. Остатки воды распузырили по сторонам. Вот приносят хлеб нам, стряпают из нашей муки, которую нам тут благодетели подарят. Ну и остается, и мы эту муку отдаем пополам. Мешок, полмешка им, полмешка нам, Щукина. Неонила Алексеевна, она... делает. Вот Надежда Васильевна тут была и толкнула лук, залила его. Теперь он перо вроде растет. Рыбу вчера не доели, верно, воскресенье. Вот. Но это значит остается теперь нашим кошечкам. Кошкам тоже полезно, когда посты тут и проще это. Ну и вот теперь это все подсушить надо. Хлеб, который нам делает, вот его разрезали и на решетке сушится. Это Никита уже сам делает, он как маленький ребенок. Вот с этого делят. Печка занимаюсь я, топлю. Ребята только что ушли, свое дело сделали. Теперь ему строго наказано, что нужно делать. Ну, это я на наружном наблюдении и показываю. Вот они треножник поставили, отгородили от соседней организации. Вон там ее видать. А за этой организацией, вот, какая-то ветеринарная компания, они норовились сюда ставить нам машины. Ну, клиенты, не сама организация-то. Ну, и стали отгораживаться. Треножники и не натягивать что-то. Длинная жердь березовая, привезенная из Потеряевки, шесты гонять голубей. Ну, на это дело приспособили. Ну, я привязал красные вон там тряпочки на них. Их может даже видать, вот она где. Значит, он так туманится. Вот. Он их волоком жерди несет, Никита. И тряпочки все соскакивают, но они же цепляются за землю-то. И он их не видит совсем. То есть все делается как наемник. Никита, ты не видел? Нет. Держи, поднимай. Сегодня, я гляжу, жертв поднимает. Несет правильно. Вот которые люди
ну, пытается что-то, говорят, зазомбировать, это научитесь зомбировать. То есть ежедневно, все время работать над душою. А он не такой. Все говорят, да он наркоман, да, он бывший наркоман. Играл много играми. То есть совершенно поврежденный человек. Но все же замечают, что он уже не такой. Не такой, тем более ему с Володей в прошлом году подарили по дому. Дом. Дом – это не игрушка, это строить фундамент. Большие дома подарили им. Вот сейчас обиходят они и могут гостей принимать. Вот это я утро сегодня объясняю, как. И Буску вчера она с кошками отправили наверх. Она не далась никому в руки, там ночевала. А ночью мороз, вода застыла. Но утром сегодня уже далась. Мороз ее пробрал, принесли, накормили, и теперь они там наверху. Вот я остался один. Один, моя задача что? Ну, смирить за порядком, молитва, зарядить печь. Ну, во дворе, где пораскидывать снег, и у меня все это уходит. Ребята пошли, сумки сейчас заложены. С Украины только сообщили, что книги, чтобы как-то получить от нас, ну, Новый Завет, трехтомник, к истинному православию, они уже понесли их, все заложили. Доложили два журнала «Душа», издает здесь один диакон, Олег Рыжков, хороший журнал. Распространяется бесплатно, но мы вчера объявили сбор денег послать, чтобы не быть нахлебниками. Блажение давать, нежели брать. Вот такое дело. И вот нас, видите, как нам сухари постепенно готовим помаленьку. Вот наверху, вон видно, мешок уже один набили, один отправили к Виктору, туда там есть. Ну и вот навешиваем. Где что остается у нас, тем более это последняя неделя поста, седьмая, договорились не варить, ничего не делать. Если кто за не может, ну, сухари у нас лежат, вот это сухари сами пекут. Я сказал, Нянила Алексеевна Щукина, она очень хорошо все делает. И мы за всю зиму ни одной булки хлеба не купили, пользуемся этим. Я показываю, люди говорят, ой, у вас беспорядок. Да, беспорядок, но сейчас вот это вот, ну, бумаг-то много здесь, бумагами вытираем-то. Сейчас они будут, в золу вытащу, туда заложу. Дрова вот они лежат тут в ящике специально. Вот оно здесь. Вот эти, вот, не раскопаешь даже, вот они дрова. Все заряжено, когда нужно будет, затопим. Да, беспорядок, беспорядок, но для нас это порядок. Там треножник лежит, съемки ведут. Это полностью занято внизу Никитой, и вот вверху тоже Никитины вещи. Видите как? Это кошкам залазить туда кверху. Здесь решетку загораживаем железками, когда горячее. В городской квартире ничего этого нет. Они этого не понимают даже. И поэтому надмеваются зря они. Мы совершенно свободны. Ну, правда, здесь колодца у нас нету, как в Потеряевке. А здесь все остальное мы. Газ проводили, мы газ не разрешили. Это пороховая бочка. Ну, сколько взрывов было в городе, людей погибло. Ну, и сами уголь добываем, да, дороговато, все, но мы независимые. Когда надо, тогда и затопим. Вот это все. Показать еще немножко. Видите, как мы, как затаренное пространство. Это моя койка. Вторая плацкарта или шконка, как угодно называй, палате. Это Володя, он меньше всех ростом, и он там шмыгает туда. Заправили, короче говоря, вот так. Самое красивое покрывало у меня это волки. Там возница сидит, олени мчатся. У меня стихотворение на эту тему даже написано. Вот, я сравниваю, волки насели, это сектанты со всех сторон. И как приходится, там один стреляет в них. Ну, это отстреливаться приходится, словом Божьим, отстреливать их. На этом все. Вот забывает тазик. Я говорю, Никита, ты забыл занести тазик с мороза. Да ну и все, забыл, да и забыл. Вчера забыли, растаяли, голубям уже растаяно. Сегодня забыли. Я говорю, беру, вот у меня, смотри, что написано. Плитка, зачем? Затем, что я сижу здесь, а плитка в той комнате. Что я включил, чтобы не забыть. А теперь что такое? Вторую показываю. Что это? Хлеб. А зачем? Чтобы не забыть. Сегодня за хлебом надо идти. А ты сделал это, чтобы тазик заносить? Нет, запиши себе. То есть его надо как маленького ребенка учить. Да что таких людей около вас? Да так. Я и сам не такой, как надо. Все время шлифую себя. Как Антон Павлович Чехов говорил, по капле выдавливая из себя раба. Быть свободным – это великое искусство. Избрать нужное. Вот солнышко сегодня там зашло.
без стучек. Все. Один это сегодня. Один они ушли. Богатый день сегодня. Утром у нас 2,5 часа ушло только на насчитывание с Никитой. Я ему выговорил, он швыркает носом, сидит, люпает. Я говорю, сопливые наши передачи-то. Рассказываю, у меня знакомый, который хороший голос, и он сделался сольным певцом, переезжает там в Беларусь. Особенно радовались, что у них Толстенко Петр, там кто-то баритон или кто, ну, поет вообще, такие арии исполняет и князь Игорь, там, Бородина и прочее. Так он говорит, я зимой даже не могу вот это, холодную воду летом выпить или зимой там пойти на морозе, нет, все время закрывается, бережет свой инструмент. Ты, Никита, знаешь, ты нужен, ты считаешь, почему не лечишься? Ну, сопли и сопли текут и текут непрерывно, швыркаешь, потягиваешься, кашляешь, сморкаешься, это все в эфир идет. Ну, сегодня выговаривал, ты дело Божье делаешь, ты знаешь, 48-10, считай, кто делает дело Господне не брежет, что с ним будет? Знаю, проклят. Так зачем ты? То есть он все равно слова говорит, но к ним не прилагается. Переломить обстановку. Убойся Бога. Картошка есть. Над ней слил картошку, вот варим вот эту картошку. Ты над ней закройся там одеялами-то и пропарься. И что у тебя там, гланды или какие носовые пазухи, все прогреется. И из картошки вода отстоится, она темноватая у нас. И, ну и пей ее. Я показываю тебе, пью. Ты должен голос свой беречь, и тебе нужды никакой нету. Сидит сегодня Виктор Резуна, смотрит, вечером вчера смотрит, он с Гордоном беседует, это Суворов, историк. Зачем он тебе нужен? Ты коротко узнал, узнал, что он отсюда бежал. Деваться некуда. Сейчас он в Англии, ему еще не скажут, он все делать будет. И лево, и право, он все перепутает. Почему? Потому что ему деваться некуда. Сюда вернуться нельзя, дважды к расстрелу приговоренный. А там масоны из тебя сделают веревку. Они будешь так делать... Как с Березовским расправиться? Ну, понимаешь, нет. Я тебе говорю, ты, я говорю, сидишь и смотришь, это его вот аппаратура тут. И, ну, выключать не хочешь. Гляжу, кое-как выключил. Вот это и есть наркомания. Он тебе не нужен. Услышал, узнал, и все. Занимайся делом. Пойди снег раскидывай что-нибудь здесь, Володе помогай. Ну, и вот это я наговариваю один. Ну, как говорится, по-стариковски побурчать. Нет, не побурчать. Это душа. Душа, и над ней надо трудиться. И что, видите изменения? Да, кое-где вижу. Все равно он безразличный, у него веки такие напухшие, сонные все время. Ну, тут уж и не изменишь ничего. Но он встает, встает ночью на молитву, и утром тут старается. Вот, такое дело с Богом.